Здание бывшего военкомата находится на улице 3-го интернационала. Это памятник истории уже побывал в частных руках, где его изрядно испортили, обшив фасад сайдингом. Это сейчас у здания почти первоначальный вид. По инициативе Совета ветеранов и поддержки главы города исторический объект вернули на муниципальный баланс, чтобы открыть здесь музей. Ведь именно отсюда ушли на фронт 12 тысяч меликесов. Зданию требуется ремонт, но уже сейчас Комитет по делам молодежи совместно с Советом ветеранов обсуждает сценарий открытия нового музея. Мы предполагаем, что там будет следующая картинка. 22 июня 1941 года и военком, и обслуживающий персонал записывает меликесцев, которые готовы идти на защиту Родины. Торжественное открытие музея и аллеи ветеранов войны, которая расположена рядом, запланировано в канун юбилея Великой Победы. А пока ведется сбор экспонатов для исторического музея. И здесь рассчитывают на помощь горожан. Нам интересно все. Документы, вещественные доказательства, может быть, солдатская ложка, с которой воевал ваш дед. Все, что связано с историей Великой Отечественной войны, это интересно всем нам, особенно подрастающему поколению. Арина Макарова, Виталий Немов. Наше время.